Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза сочинца Ерванта Гороняна проводится в городе уже 18 лет подряд. И уже в 12-й раз турнир такого высокого уровня принимает спорткомплекс Александра Карелина отеля «Весна». Гороняна я лично знал. Он такой трудолюбивый, прекрасный человек. Он раньше, 12 лет тому назад, он присутствовал даже на открытиях. Мы на гуманитарной основе проводим все это. Без денег, без никаких. И стараемся все сделать так, чтобы им было здесь комфортно, уютно. И залы у нас имеют такие возможности. Когда еще в 90-е турнир только начинался, в нем принимали участие лишь местные борцы-вольники. В этом году на ковер вышли уже более 100 спортсменов со всех уголков России. Ведь цель турнира не только популяризация и развитие вольной борьбы в городе Сочи, но и расширение спортивных связей между вольниками из разных городов страны. У нас одна задача, чтобы те школьники и та молодежь, которая есть здесь, в Сочи, в городе, в крае, и не только в Краснодарском крае, соответственно, чтобы оно привлекалось именно в этот спортивный комплекс, потому что здесь присутствуют мастера высшего класса. Участникам, которые заняли на турнире с 1 по 5 место, присвоили звание кандидатов в мастера спорта. Кроме того, турнир имени Гороняна – это прямая дорога на чемпионат России, а там уже и на международную арену. Кстати, именно с побед на этих соревнованиях начинался путь многих звезд российской борьбы. К слову, национальная команда борцов в спорткомплексе Карелина в год проводит больше 40 сборов. А это значит, у юных борцов будет возможность пообщаться с лучшими вольниками страны, включая олимпийских чемпионов. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.